Ну, я думаю, это никак не сказалось, но мы получили лишний, скажем так, свободный день для того, чтобы ребята подошли в более оптимальное состояние, потому что достаточно плотный график у нас был игр плюс искусственные поля. Но что касаемо игры сегодняшней, я горд нашими парнями, потому что они проявили характер, морально-волевые качества. То есть, ну, большую часть игры действовали в меньшинстве, но во втором тайме мы поправили. Я попросил ребят, чтобы они не садились глубоко. То есть мы находили моменты высокого прессинга, высокого давления соперника. Вот, и имели ряд моментов. Ну, сегодня очень важна реализация, очень хорошая у нас была. То есть это гол со стандартного положения. Также первый мяч разыграли очень неплохо. Поэтому, но основной итог этого матча, это, конечно же, воля нашей команды. И очень важная первая победа, выездная, в плане психологическом, эмоциональном для наших молодых ребят, для наших воспитанников, это очень важно. Поэтому поздравляю нас.